Madam President, the Middle East. Ближний Восток стоит на краю пропасти. Народы региона столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации. Вчера вечером я заявил следующее. Я решительно осуждаю серьезную эскалацию, вызванную нападением Ирана на Израиль. Я напоминаю всем государствам, членам о том, что Устав Организации Объединенных Наций запрещает применение силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства или любым другим способом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. Кроме того, принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом. Мы несем общую ответственность за активное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для предотвращения дальнейшей эскалации. Как гласит Декларация о принципах международного права, акты возмездия, связанные с применением силы, запрещены международным правом. Мы несем общую ответственность за обеспечение немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе, безоговорочного освобождения всех заложников и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.